Всему свое время. Каждый из нас знает это, но все равно периодически попадает в ловушку своего же нетерпения. У многих вещей в нашей жизни есть свой собственный ритм. И мы никак не можем ускорить его. Невозможно ускорить процесс, ну, например, вынашивания ребенка. Невозможно получить плоды на следующий день после того, как вы посадили дерево. Невозможно заставить весну наступить осенью. С этим можно только смириться. Но это не значит, что нужно жить ожиданием. Если еще не наступило время для того, чего вы ждете, значит сейчас время для чего-то другого. И может быть, именно этот период необходим вам, чтобы лучше подготовиться к тому, чего вы ожидаете. Ведь согласитесь, ночь лучше использовать для того, чтобы спать и набираться сил для будущего дня и будущих свершений, чем просто сидеть и ждать наступления утра. Важно уметь не жить будущим, а делать то, что нужно именно сейчас. Это и есть путь к гармоничной жизни.